я попал под обстрел. На трассе прямо, получается, у меня в машине 24 отверстия. Ну, там она ремонту не подлежит. Подъехал на легковой машине, так, высунул автомат через окно и начал стрелять. Текал, завел ее, у меня машина, получается, одна сторона мотора была простреленная, так, а вторая, ну, на трех горшках, V-образный двигатель, так, он меня три раза еще пытался с дороги скинуть. Ну, доехал до теробороны, там, ну, уже без сознания терял. Там мне надали первую медицинскую помощь и отправили в больницу. Получается, в руку, ну, получается, вот тут разорвало все, и две в плечо. Одна рикошетом, ну, в голове застряла. Минут 20 еще текал. У нас, ну, получается, зад машину бил, разворачивал, но все равно текали мы от него. С жинкой. Жена не пострадала? Не. Пока меня везли в этот, в больницу, два раза вливание крови делали. Ну, сказать, еле довезли. Сутки. Не приходил, ну, в себя.